С вами Грит и Данте, и Всем сегодня привет. мы Всем привет. поиграем в World of Tanks. Самый первый бой мы хотим откатать на КВшках. Меня заставил Грит, сказал, а ну давай садись на КВ, иначе все расстреляю, как И врага здесь прикол... народа. И прикол в этой игре будет не в том, как мы типа профессионально катаемся, потому что я не могу профессионально кататься. Я вообще, в принципе-то, не умею играть в онлайн-игры, кроме, Perfect не World. знаю, Battlefield. Кроме Battlefield и Call of Duty. Смотри, взвод классов, это плохо. Танки, там, World of Tanks, это я не люблю. Слушай, вот я сейчас тебе скажу одно. Вот КВ-1 пробивается очень хорошо с боков, так уж. Едь тупо прямо, тупо... Ну, в общем, кто в тебя будет стрелять, лучше больше поворачивайся лбом. Лбом, потому что лоб они пробивают хуже. Ну, я вижу, боковушка, то есть пробивается гуслятом и все такое. Да-да-да, бок пробивается, как не знаю что, как... Как все равно, чтобы если ты стрелял с мауса в МС-1, то Окей. есть на раз. Ну там уже удачи желают всем. Чё, куда ехать? Так. А, ну я по другой стороне поехал. Я. Ща, погоди. Не помню управление, я за классом поехал. Вот это плохо, что ты за классом поехал, потому что класс сейчас поедет в основном на что? На раш. Потому что ему больше нечего делать, кроме как рашить, в принципе-то. В общем, я тебе рекомендую, если ездить, то есть. Да, можешь ехать за классом, но я тебе рекомендую. С нами Панзер тут едет и еще много кого, так что я особо не сыкую, он стал там не, за смотри, дом. Смотри. Вот АМХ у вас едет как, блин, не знаю что, как ПТ, по-моему. Как прицеливаться-то, я не помню. На Shift. Ой, о, Т-50 едет на меня. Наглый такой. Так, там помощь одному из наших тоже. А, нет, он атакует. О, так, что-то... Да, давно я не играл в танки, конечно, и попробую вспомнить, как тут что делать. Твою мать, вот это я вмажу, ё-моё, ну чё такое? Не могу нифига прицелиться, ну что такое? Что такое, друзья, товарищи? Ну ё-моё. В какой-то Т-50 не могу попасть, ну... Чё, мне кажется, или какое сглаживание шрифтов теперь на никах стоит? Какое-то уебищное сглаживание шрифтов. Не-не-не, так оно и было, ты чё, ты чего, Грилл? Да не-не-не, не было. Сейчас они размазаны, не смотрятся, и выглядит это очень убого. Не, так оно и было, Гриль, так оно и было, тебе кажется, ё-моё. Я пойду, помогу нашему. Я тебе, Грит, заявляю, как этот... Как врач, ё-моё. Я как врач тебе заявляю, как психолог, как инженер, как... Как строитель, как не знаю кто. Блять. Нахуя я подъехал? Сам не знаю вообще. Так, М7-ку разобрали, уже много чего разобрали. Грида подстрелили, капец полный, ё-моё. Грид не играл в танки около 2-3 месяцев, если не ошибаюсь. Я не знаю уж сколько я не играл. В общем, прилично ты не играл. По-моему, та же с обновления 0.8.1 ты не играл. Ну, точнее... Да, там... я только заходил иногда, там, великобританцев отъездил немножко и все. Я помню. Там арта, скорее всего, по мне пыталась пострелять, я не уверен, но, скорее всего, так она и есть. Ну, арта не камикадзе, ее поймать-то легко, ё-моё. Ну, там что, от КВ-2 и от класса пытаетесь уехать? А нахрен от кого? Смотри. О, все нормально. Ё-моё, а я такой это. Escape что-то нажал такой, заседаю. Т1 хэви едет, видел? Да видел. Куда ему стрелять? Дай ему пробивать лучше. У тебя фугасница? Мой выстрел был беспонтовый. Грит, у тебя пушка фугасница?
Оранжевые, да, вроде. А, А, нет. да, вроде бы фугасница. Да, фугасница. Фугаска. По стволу немножко видно. В общем, лучше ты один хэви пробивать в это, в бока и в нижник. Самое вообще хорошее место, куда его пробивать. Сейчас-то нас никто не тревожит. Вон, поехали за... За медалом. 83-м. Ой, что-то у меня, блин, лагать. Ой, что-то у меня подлагивает охрененно, ё-моё. Пипец полный. Так, я спалил КВ-1. Ой. Блять, вот я зря так встал, пушка наводится. Ой, КВ-2 там едет, ой. Ой, плохо, товарищ, ой, плохо. КВ-1 с берегу слета, хорошо, сейчас с боков нашмаляю и все. Ну все, КВ-1, считайте, а чего, какого фига КВ-1 не мой, Отъезжай. А, все. Все, КВ-1, я разобрал. Смотрю на КВ-2, вот он КВ-2, великий, ужасный. Я его не пробил. Очень весело не пробил я его. Блять, откуда он? Су-35 на горе стоит. Вот хуй сос. Какой Су-35? 85-й, ё-моё. Ну, опять это ебучее сглаживание, потому что я так нихуя и не вижу. Не знаю, у меня, блин, сейчас в танках по 8-9 FPS, блин, показывает, даже 6 сейчас. Я спокойно настреливаю, ё-моё. О, все, мы, кажись, я сейчас, кажись, солюсь, все, я слился. И у нас самая беспонтовая арта осталась, которую сейчас снимут, и мы проиграем. Товарищи, все, нам капец. Кто-то мне... приглашение во взвод кинул, но пардон, я занят. Ну что, теперь ожидаем гридок. Взвод погоняю. А? Может, это как там по несколько человек то кататься? А, в чем танка клепть это? А, по 3 человека, что ли? Ну, больше можно там. А, ну тогда рота, но это нужен прем. Два критических повреждения КВ-1 нанес. Так, в общем. По вашим разведданным нанесено 19 урона по КВ-2. Охереть. И печальная музыка. В общем, слушай. Я повредил. Два раза шмальнул в М7. Три раза в КВ. Один раз в Т1 Heavy. Причем... по М7, по КВ-1, по КВ-2 были нанесены уроны союзникам, при этом я Су-85, М7, КВ-1 нанес критические попадания по частям тела, так скажем. Опять на КВ, да? Да. Ну еще опять на КВ, давай заседаем. До победы. А победа нам не светит. Кажись, победа нам не светит, потому что мы попали к... Смотри, два тигра и пантерка. Ну... КВ-2, КВАС. Ну, говорит, я тебе чисто по секрету скажу. Тайгера мы пробиваем. Я тебе чисто по секрету сейчас скажу, мы тайгера пробиваем. Да, мы пробиваем его, да хуй, он нас зато пробивает быстрее, чем мы его. Ты не думал об этом? Ну, я-то подумал, но если по-умному встать, то он в нас попадать не будет, а мы в него только так. Ну ладно, все, теперь я подумаю тогда, это не буду уже лезть просто так, чтобы более веселее получилось игра. Тогда поехали направо. Я уже даже перезарядился, успел. У меня перезарядка около 2 секунд. Ну вот у тебя быстро, у меня. Потому что у меня экипаж топовый, все топовое.
У меня даже экипаж уже Куда ты там поехал-то, ё? на рельсы, на рельсы. Смотри, сейчас КВ-3 будет у нас сливаться только так, потому что он сейчас по-дебильному сделал. Во-вторых, у нас нету ни одного света, кроме АМХ-12Т, он кажись, да, он тупит, он стоит на базе, нифига ничего не делает. И сейчас, смотри, сейчас тут стоим, пока что ждем. Особо не торопимся. Все, давай, поехали. Только осторожно. Ну, давай. Это немножечко что-то мне напоминает Battlefield уже. Не знаю чем, но... А как это я что-то помню, я тебе говорю, ё-моё. Там давай по-осторожненькому и побежали нахрен. Как помнишь, Да. Потому как помнишь что это? постоянно во всех играх надо быть, в принципе-то, осторожными. Я так не умею делать. А как мы в это в танк залезаем в Battlefield, блин, я такой говорю, осторожно, говорит такой, вылетает я это включаю этот, чтоб меня не попадали, ё-моё. Говорит такой, орёт, Данте, давай выскакивай нахрен. Я ему такой говорю, да говорит, ё-моё, в меня даже не попали, ты чё-то Там ЛЦ, волнуешь? АМХ это... О, нет, там КВ-1. Да, там просто АМХ сматывался. Так, а мне тут шансы Который разрыва дают. ЕЛК. Это ёлка, если что. Не, просто АМХ, просто. Просто АМХа нету, ё-моё, я тебе скажу откровенно. Блин, АМХ-12, что-то там. Еще читать буду сейчас сквозь этот ебучий размытый шрифт, что ли. Ё-моё, ну чё такое, товарищи? Я боком стою, Он боком. по тебе, елка, наверное, стреляла. Не-не-не-не, по мне как раз КВ-1 разрядился. Ой, КВ-2, мне двигатель снес, все, Так где капец. он? Где он? Где он? А хрен его знает. Вон я вижу, кто-то подъезжает к нам, кстати. Все, меня КВ-2 уничтожил, я примерно знаю даже где он, но я особо предполагать не берусь. В общем, я тебе, говорит, рекомендую это. Смотри. Из-за того, что у тебя фугасница, ты фактически почти КВ-2 и залки АМХ-12Т едет. Сейчас тебе в гуслю шмальнет и все. Ну, молодец, вообще к нему жопой прям повернулся. Ему осталось только подвигу тебе шмальнуть и все. Да, хуй он куда попадет, он смотрит на класса. Ну так ё-моё, класс страшнее Зато меня тебя-то. сзади не будут там хуярить, это ведь понятно. Ну так ё-моё. Вон там КВ-1 еще подъезжает. А КВ-1 сток можешь шмалять ему спокойно в башню его пробьешь. Вот стоковый КВ-1 спокойно в башенку пробивается, что мне нравится. Блять. О, АМХ он нахрен это. Подожгли, тебе гуслю сбили. О, КВ-1 слева, так уж давай поворачивайся ему к нему лбом. Да, блядь, кто нахуй? КВ-2. Пиздец. Ну, в пизду не буду я записывать. А я записываю. Ну, Такой. в пизду я пошел вообще. Играть еще не буду, это фигня. Не знаю, нахуя я вообще начал играть в эту игру. Нет, пожалуй, в пизду Battlefield круче. По всем параметрам будет. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в Теперь вот группу. все, кто просили, это как раз Вову танки с гритом, теперь знают, что нахуй это им надо. Все, пока, все. У меня нет комментариев после этого.